Продолжается регистрация кандидатов на предварительное голосование. Его проводит партия «Единая Россия». Процедура позволит собрать команду, которая пойдет на выборы в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии. Заявление на участие уже подали министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев. Сегодня к ним присоединилась и секретарь Чувашского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Для нас очень важно подтвердить это доверие. Как человек, который отработал определенный фронт работы, и я знаю, что делать дальше, и я знаю, где можно привлечь больше ресурсов в республику, на что сделать акцент. И, конечно, я хочу презентовать снова свою программу нашим жителям республики. И для меня очень важно быть услышанной, равно как и другим людям, которые хотят себя позиционировать на суде других избирателей. Принять участие в предварительном голосовании может любой гражданин России, член партии «Единая Россия» или беспартийный. Отдать свой голос можно электронно или сделать это через портал госуслуги. Документы от участников предварительного голосования будут принимать до 29 апреля. Голосование за будущих кандидатов пройдет с 24 по 30 мая.